Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Сегодня вот приехал к маме к своей в гости, а у нашего Цезаря появилась фобия. Почему-то он стал бояться будки. Ну, сейчас попробуем мы эту фобию, так сказать, избавить нашу собачку. Ну, все деревенские собачки имеют одну и ту же мотивацию – подкормка. Вот. Цезарь. Молодец, хорошо. Ай, находим утки. Иди наверх. Видите, сбегает утки. Что-то там случилось у него в этой будке. То ли мыши, то ли блохи, то ли что-то напугался там, то ли гром был в это время. Это мы не знаем. Сейчас попытаемся его туда. Утки, моя собака. Ай, молодец. Молодец, умный. Ай, брат. Вот. Мы не делаем, то есть не удерживаем собаку. Она должна понять, что там, в принципе, не страшно, не вкусно там. Какой-то крючочек сюда выключил. Давай. Ай, браво, молодец. Ай, браво, молодец. Акбар, уйди. Ай, молодец. Иди, вон он. Нам дай еще подкормить. Ай, браво. Место. Место, браво. Ну? Место. Место. Чего я собак хороший? Заходи. Ай, молодец, ай, место. Место. Иди сюда. Молодец. Ай, место. Все. Иди сюда. Место. Место. Ай, браво, молодец, Цезарь. Ай, браво, место. Место. Ай, браво. Ну, вот, собственно говоря, вся проблема решена. То есть найти мотивацию и не удерживать его ни в коем случае. Если он туда зашел, если он хочет выйти, обязательно отпускайте. То есть, если вы приучаете собаку к наморднику, здесь нужно действовать примерно таким же образом. Одели намордник, покормили, сняли. Одели, подкормили и сняли, чтобы не было негативной ассоциации с этим намордником у собачки. Цезарь. Место, 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 не ходи. Цезарь. Ай, молодец, браво. Ай, бравушки. Все, перестали будто бояться. Ну, вот, собственно говоря, и все. С вами был канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Два слова помните всегда – доверие и уважение. Тогда у вас все получится. Спасибо.